Уходящее лето. Каким оно запомнилось, необходимо было отобразить в рисунке. Это первое задание для ребят. Буквально за 10 минут на асфальте появились красочные картины моря, солнца и детских игрушек. Нужно изобразить то, что больше всего запомнилось за лето. Мы часто ходили на море и... Мне понравилось это больше всего. Конкурсы были самыми разнообразными. Придумали и интересную головоломку. Из фигур разной формы необходимо собрать кубик. Не каждый взрослый справится с этим заданием, но ребята быстро отыскали комбинации. После логических заданий спортивные состязания. Победителем в них стала 11-летняя Рита. Раньше девочка занималась художественной гимнастикой, поэтому без труда одержала победу. Мне нравится, что есть всякие конкурсы, призы. Интересно играть и заводить новых друзей. В этом дворе есть своя летняя площадка. Молодые вожатые стараются каждый день придумать для ребят что-то новое. Организовывают спортивные игры и состязания. Вводят детей в библиотеку. По их словам, дети с удовольствием играют на свежем воздухе и общаются со сверстниками. Все на 5 баллов. Дети всегда очень счастливы, сколько бы раз мы не проводили этот праздник. Ждут, мы не успеваем еще приехать на площадку. Здесь уже собирается толпа детишек, ждут, что сегодня будет происходить, какие игры вы для нас привезли и так далее. То есть встречают с радостью, и родители, и дети всегда нас ждут, поэтому это всегда приятно. Победителям конкурсов, а также участникам вручили сладкие призы. За лето было организовано 10 площадок нон-стоп. Они стали традиционными и проводятся каждый год во время летних каникул. В будущем специалисты центра планируют увеличить количество площадок и разнообразить детскую программу.